Приветствую вас, многоуважаемые зрители. Добро пожаловать на Лигу претендентов. Сегодня с вами я, Александр Дестройер, мой многоуважаемый коллега Дмитрий Загбандикут. Здравствуйте, дамы и господа. Здравствуй, Александр. Сегодня Storm Team будут пытаться вернуться в игру, потому что первая игра у них не состоялась, они получили техническое поражение. Ну и сегодня не без новостей. Я думаю, ты можешь озвучить, что же сегодня произошло у нас. Их основной мидлейнер чуть-чуть скачал не тот клиент, а запасной. Из-за этого у них сейчас будет топ-лейнер играть на миде, а на топе будет играть замена. Но в любом случае пожелаем им удачи. Возможно, даже такая замена не будет сильно сказываться на игре. В любом случае пожелаем им удачи и будем надеяться на интересную игру. Тем более, что серия Best of 3, и посмотрим, чем это все обернется. Довольно достойно себя показала команда Just, и в этой игре будем надеяться, что они тоже это будут проворачивать. До этого они проиграли Дельфинам со счетом 1-2 в упорной борьбе, и я бы сказал, что Cold Feeling себя показывал очень и очень круто. Посмотрим за ним в этой игре. Ну а команду Star Team, к сожалению, наверное, мы видим первый раз. Just играли неплохо против команды Дельфинов. Первая игра, они ее взяли, где Cold Feeling играл на МФ-ке, но после этого Дельфины дважды банили МФ, и Cold Feeling выглядел не так ярко, как на Miss Fortune, он там играл на Джине. И они игры свои проиграли, и Vets каждую игру проигрывал Лазанье в лесу. И это большая проблема. А здесь будет Флидик, который сейчас много с Луку играет, мы частенько с ним попадаемся, поэтому Флидик, на самом деле, это опасный парень. И в Старладере у него играл, у него есть большой опыт турнирный, и тот же Адмирал Джейн, поэтому они свою команду могут научить и привести ее к победе. Ну и нельзя забывать, что их соперники тоже не лыком шиты. Взять того же самого Ремуса, не будем забывать про этого игрока. Также играл на Старладере, тоже очень хороший мидлейнер. Также побеждал на LCL Open Cup именно в вузах, когда участвовал. И, возможно, он будет звездочкой, которая засияет вместе с Cold Feeling в своей команде. Cold Feeling также играл в Старладере в сезоне там, 4-м и 5-м в International Five. В моей команде мы с ним вместе играли. Он тогда был молодым, восходящей такой звездой. И пока что неопытным без тебя, естественно. Да, Никитивус, кстати, в отличие от топ-лейнеров LCL, любит брать Камилу. Если она открыта, он может для себя ее ферспикнуть. Поэтому тут тоже есть свои опасные ребята. Ну, будем смотреть, наблюдать в любом случае. А вы можете, многоуважаемые зрители, голосовать, за кого конкретно вы болеете. И посмотрим, возможно, именно ваш голос поможет команде победить и преодолеть все невзгоды. Ну, особенно для команды Star Team это будет очень и очень важно. И я думаю, это будут теплые, обещающие слова. Старладер прошел, а ребята все еще не докачивают клиент к началу своим игр, что на самом деле странно, потому что когда я был капитаном и во времена Старладера, я контролировал всегда эти вещи. То есть я к каждому подходил за день, спрашивал, ты скачал клиент? Нет, иди качай. Но я потом, мне говорят, нет, иди сначала качай, потом делаешь свои дела. Ну что ж, а тем временем у нас начинается драфт, и я думаю, мы его посмотрим вместе с вами, многоуважаемые зрители. С левой стороны у нас команда Star Team, справа, соответственно, команда Just Challenger, и у нас начинаются стадии пиков и банов. Как ты думаешь, будут ли стандартные баны у нас или, возможно, чем-то удивят? Мы уже видели пик Йорика в Лиге претендентов, и, возможно, у нас будут появляться все больше и больше экстраординарных пиков. Мне вот, на самом деле, в патче 7.3 красная сторона наконец-то должна начать дышать и перестать банить этой Лебланки, Камилы и Ренгаров. И она должна наконец-то там банить того же Варуса, которого постоянно забирают на ферст пик, и он имеет хороший винрейт. И кстати, это Наутилус. Это Наутилус. Первый бан. Очень интересный выбор для команды Just Challenger. А тем временем Star Team на первый бан убрала Синдру. Ну, раньше я знаю, что Ремус очень много играл на этом персонаже, а вот после у него пул расширился. Возможно, это обусловлено, ну, помимо того, что это таргетовый пик, все-таки игроки не хотят видеть этого сильного чемпиона на центральной линии. Тем более, ну, такая вот несостыковочка еще произошла у Star Team, и они, видимо, хотят обезопасить своего мидлейнера. Это на самом деле странный бан с обеих сторон сейчас идет, потому что Наутилус там в LCL в том же имеет там 0.6 винрейт, ни одной игры он своей не выиграл. Синдру у нас брали в LCL там раза 2-3, и винрейт у него также не особо хороший. Мисс Фортуна еще ладно, она, в принципе, сейчас еще сильна в мете, по моему мнению, очень сильна, но ее также не особо приоритизируют сейчас. Ну, Мисс Фортуна, Корки понятный бан, тут это довольно очевидно, и Иверн также уходит в минус, это тоже очень хороший герой, вновь к нему возвращаются и действительно его ценят в последнее время.
не стоит его недооценивать, тем более он может заходить во вражеский лес, быстро забирать вражеские бафы и спокойно еще помогать своему, допустим, мидлейнеру забирать их же и оказывать огромное давление на центральную линию. Ну и Кассиопея, last ban. Что ты думаешь по этому поводу? Это, скорее всего, просто баны идут по сингл-таргетам, то есть не как в LCL, там, то есть нацелено на просто отбанивание самых сильных чемпионов меты. Здесь идет именно там, бояться, допустим, Кассиопею от Дебриза. Просто забанили. Там знают, что Вец играет хорошо на Иверне и просто его отбанивают. Поэтому не придерживаются метовых банов, а именно бьют по игрокам. Ну тут, кстати, много возможностей. Есть вероятность взять Камилу, есть возможность взять Ренгара. Можно также использовать Лебланку. Тут, на самом деле, очень много опций, и, честно говоря, даже не знаю, чего ожидать в ближайшее будущее. Не знаешь, чего ожидать, а получаешь поппи на first pick. Возможно, если это не ошибка какая-то, потому что при открытой Камиле, Ренгаре или Бланке забирать поппи, это немного странно выглядит, хотя от старти можно ожидать чего угодно. Ну, будем смотреть за этим, но действительно, это будет очень странно, если у вас открыта Камила, и вы пренебрегаете таким чемпионом, то это может быть чревато для вашей команды. То есть Камила будет наносить колоссальное количество урона, при этом еще жить кучу времени. Но тут смотри, значит, ее сейчас поднерфили, причем очень серьезный протокол точности ее Q-спелл понерфили на 10%. И ее крюк тоже понерфили стан, то есть там сейчас там вроде 0.75 станет и дает атак спид, только если ты попадаешь. И ультимейт понерфили, и если ты умираешь после того, как юзнул ультимейт, он теперь не висит все свое время, он спадает через одну секунду. Поэтому Камилу сейчас можно контрить, и в сулку это уже делают. Там пикают ту же Ирелию, например, или Фиору. Но, Фиору, как, кстати, мы видели, Нонхолли Фиору Дарк Солеси законтрить не смог и очень сильно проиграл, поэтому контрить таких чемпионов — это всегда опасно. Если что-то не пошло, потом остановить ту же Камилу очень, очень трудно. Я согласен с тобой, что стало легче, но все-таки еще проблемы с этим чемпионом, поскольку он действительно сильный. И с ним могут возникнуть проблемы, если вы неправильно сыграли, да, где-то не доиграли. Он, во-первых, может очень легко уйти от гангов, то есть, ну, проблем практически не должно быть. И, во-вторых, внезапные ганги будут для вашего оппонента, ну, действительно неожиданными, потому что, то есть, вы за полкилометра можете влететь, и дальше уже там ваш лесник помогает вам, и забирается первая кровь, к примеру, там пол вышки сносится, ну, и так далее, и тому подобное. Там сценарии могут быть разные, но я думаю, ты понял меня. Также Ренгара, на самом деле, очень сильно сейчас ослабили. Я прям считаю, что это очень сильный удар по нему. Когда ты набираешь ферости, юзаешь свой W, ты не иммунен к контролю. Тебя нельзя никак законтролить. Сейчас этого не будет. Контроль ты снять можешь, но после также его получать будешь. Поэтому сейчас Ренгар будет думать дважды, а может быть и трижды, стоит ли ему прыгать там под ту же вышку в трэша и ничего не бояться. Да, это сильный нерф, но, тем не менее, опять же, тоже можно использовать, и если у вас наигран этот чемпион, вообще по факту, если у вас какой-то чемпион наигран, да, тот же вот Йори, как мы видели, казалось бы, неожиданный выбор героя, но при этом он работает, почему нет? Хороший сплит-пуш потенциал, интересно стоит на линии один на один, даже проигрывая Шену, насколько я помню, у нас было именно это противостояние, если я не ошибаюсь, да. Проигрывая Шену, он после того, как умер несколько раз, он все равно выигрывал его один на один в трейдах, и это довольно своеобразное решение, потому что люди отвыкли, просто отвыкли от таких героев. Тут нет, даже не то, что отвыкли, просто Йорик считается сейчас неиграбельным пиком вообще в мире, это по сути там два раза брал Куас на Лиге Претендентов, и один раз брал Чарджер из Рокс. По сути, это единственные пики. Винрейт у них также средний, по сути, 1-2 получается. Он хорошо стоит против танков. Это раз. Во-вторых, он против милишников также неплохо стоит, но против любого практически ренджа он стоит, ну, вообще никак. И против лесника, если лесник будет заходить на топ-линию, то, по сути, Йорик вообще не стоит. И, по сути, сплит-пуш, да, неплох, но эту ведьмочку можно прийти и убить, и, по сути, ты лишаешься ультимейта. Поэтому да. Я в Йорика не особо верю. И не особо... Я бы даже, наверное, не брал, не рисковал. Вот лучше что-нибудь другое. Клет, например, Клет. Клет неплох. Он танков подкантривает, в лейт скейлится неплохо. И ультимейт у него для команды очень полезен.
Ну, может, все-таки Фиора, думаю, получше будет, нежели чем Клет. То есть Клет — это уже как запасной выбор, или если вы, к примеру, на нем только наиграли на нем миллион игр. Клет — это файтер, а Фиор — это больше на сплит-пуш потенциал. То есть ей нужно фармить, три слота, потом уже она начинает уничтожать там танк и не танк, уже ей вообще не важно, кто на линии стоит, она проталкивает, пушит постоянно, уходить с линии нельзя, а стоять против нее на линии ты тоже так же не можешь. А Клет получил там гидру и пошел драться сразу на бот. Интересно будет, что возьмут стартим на First Pick. Неужели это будет Поппи? Потому что для Нектиуса просто уедет сразу Камила. В лес уедет какой-нибудь Ренгар или Лебланка. А мы, как мы знаем, Ремус играет агрессивно на миде. И он всегда предпочитал там Ари, Синдер. И я думаю, на Лебланке он вполне может исполнить. Ясуо в свое время. Но даже Ясуо не надо, пожалуйста, если вы хотите. Если не хотите Хасагири, порт лес. Если вы хотите побеждать. Но я думаю, Лебланка у него также натренирован. И, по сути, сейчас она очень часто в Сулуку открыто. Он выкатывал Зикса и Кассиопею, если не ошибаюсь, когда играл как раз в битве университетов. И Зикс зашел у него просто на ура. Действительно, филигранно отыграл. И получилось так, что он чуть ли не один затащил всю команду. Ну, а тем временем все-таки это будет, видимо, Лебланка для стартим. Да, да, забирают на first pick. Ну вот разрешилось наконец-таки наша дилемма. Мы видим действительно, что это не Поппи. И грамотный выбор. Чем же ответит команда Just Challenger? И это будет Маокай. Как ты думаешь, выбор Маокая сразу? Вот это на самом деле очень ранний пик. Если бы хотели забрать в первой стадии, то хотя бы уже на третий пик бы забрали. А так сейчас так рано его забирать. Грэвис, я согласен. Варуса при том не оставили. Варус, кстати, тоже прошел мимо. Ну, тут, я не знаю, тут просто Камила открыта. Я бы мимо Камилы не смогу пройти, я бы его просто себе забрал. Ну, решили пренебречь команда Just этими героями и забрали для себя Грейвса и Маокая. Притом, скорее всего, Грейвс в лес, я очень сомневаюсь, что он пойдет. Нет, это 100% в лес, потому что сейчас смертоносность бафнули, и Волцели там уже катали на нем и стажер, и как раз-таки дабл эйм, и неплохо его показывали. Вот Крёкс не особо. Не особо на нем показал. Хотя нет, самый стажер тоже не особо на нем. Неправильный билд, во-первых, собирал. А вот Double M как раз-таки показал силу, смертоносность Грэвиса в лесу. Тем временем для игрока стрелка стартим забирается Джин и добирается Шен. Ну, кстати, Шен в последнее время часто появляется, то есть здесь нет никакой неожиданности. А вот то, что Джин берется вместо Варуса, да, предпочитают обычно все-таки побольше контроля. С другой стороны, есть выход на поклон, что позволяет вам инициировать, также контр-инициацию проводить очень неплохую и вообще сильно наносить урон своим соперникам. Ну и добирает Just Challenger, скорее всего, Варуса. Все-таки решили они его забрать наконец-таки. Время пришло, и нужно его однозначно сейчас пикать, потому что иначе его просто забанят. После LCL, когда каждая игра — это first pick Varus, ожидать то, что почти на last pick первой стадии забирают Varus, это как-то немного странно сейчас идет. Неожиданно, как минимум. Ну и по банам сейчас, наверное, имеет смысл все-таки для Star Team убирать верхнюю линию. Возможно, а смысл выбирать верхнюю линию, если уже Маокай... Саппортов, да, возможно, потому что все открыты, ни одного еще не взяли. Но банят, кстати, Зеда. Зед и сейчас, кстати, тоже в мету возвращается, и против Лебланки у него очень хороший матчап. А Лебланки-то еще пассивку понерфили, она сейчас в ранней стадии ЛЛО, так до 13-го дамажит поменьше, чем раньше. И ты думаешь, что Зед сейчас будет возвращаться его... настолько, что он уже возвращается, уверен, он врывается. Все в Сулуку на нем сейчас играют, в Сулуку сейчас Зед тоже must-have. И он сейчас довольно сильный. Со смертоносным сейчас все будут вот эти ассасины возвращаться. И Талон тоже, я уверен. Ну, кстати, я бы с удовольствием посмотрел на Талона. Это очень интересный выбор. Я его вообще не видел на профессиональной сцене, честно говоря. Он, у него интересная механика, да, для Солоку, когда он только появился. Ну, было прикольно его брать. И как минимум неожиданно, когда вы убиваете своего оппонента и потом перепрыгиваете через стенки, вас не догнать, с вами ничего не сделать. В принципе, механика интересная, но вот чего-то ему не хватало. Возможно, баф смертоносности как раз ему поможет вернуться. Ну а по банам у нас минусы Ариана, минус Элиза и Казикс. Очень много банов на мид. Ты посмотри, аж 4, даже 5 игроков, 5 чемпионов на центральную линию забанили в общей сложности. Придется трудновато, наверное, но забирается Райз. Кстати, довольно неплохой матчап для обоих игроков. Я бы сказал, скилл-бейст. Ну, поначалу там Райз
в трейдах своих может выигрывать Лебланку, если она будет играть нагло и позволять ему эти трейды проводить. А вот потом уже Лебланка на самом деле Райза наказывает. И Лебланка себя комфортнее вообще по карте будет чувствовать. Она будет роумить, а Райз за ней идти по сути не может, иначе там в кустах просто встретит Лебланку и умрет. И, кстати, Лисина берут для Флидика. И вот тут Just Challenger на самом деле ударили очень сильно по нему. Но Лисина не закрыли, а в Солуку он на нем играет, я тебе так скажу, инсеки у него добротные. Поэтому этого Лисина стоит опасаться. Ну, посмотрим, будут ли инсеки у нас и сейчас. Бенги, Флитсеки будут ли? Флитсеки. Посмотрим. И, кстати, Зайру выбирает для себя стартим. Скорее всего, будет именно этот герой. Хороший выбор, я бы сказал, действительно достойный. Тем более забанили Мисс Фортуну. То есть законтролить будет довольно тяжело. И что же сейчас, чем же будет отвечать команда Just? На самом деле они должны были понять, что тут нужно банить Зайру, потому что в самой первой стадии была забанена МФ. Можно было как-то это предугадать, подзабанить, они вместо ударили... того же, между той же Элизы, например. Да, да, совершенно верно. Они ударили по леснику и решили, что хотят оставить Зайру. Но с другой стороны, кстати, Лулу тоже довольно неплохо себя чувствует против этого чемпиона. Чувствует она себя неплохо, и тут связка еще очень сильная, и с Маукаем, и с Грейвсом, и с тем же Райзом, например. Тут, на самом деле, Сивлейд Just Challenger заскелится, мне кажется, у стартим будут большие проблемы. Здесь главное сетап стартим на исполнение, то есть тут должна сработать именно связка Лисин плюс Лебланка. Они должны мид очень сильно уничтожать, роумить по карте, постоянно передвигаться, использовать ульту Шена, давить линии, разгонять игру, то есть навязывать свой темп постоянно. Если они же не смогут в ранней стадии очень сильно задоминировать, хотя бы не сильно, но задоминировать, то, по сути, Just Challenger эту игру выиграет. Кстати, берется на Лебланку Ignite. Судя по всему, будет именно этот скилл. И это, кстати, любопытно, потому что Райз будет играть со скачком плюс призрак. И сможет ли он убегать от гангов и выживать вообще в целом? Кстати, было бы еще, наверное, любопытно посмотреть на мастерки Райза. То есть, что он выберет, будет более... Но Фейкер берет Storm Surge. Поэтому... Ну, хотя... Тоже сейчас выбирать призрак, на самом деле уже мидеры отходят от этого, потому что призрак понерфили, теперь он свое ускорение дает. Изнурение не сейчас чаще появляется у нас. Да, вот, кстати, изнурение против ассасинов неплох. Против той же Лебланки можно очищение, например, взять, чтобы прям засейвиться на линии. А призрак сейчас ускорение дает не сразу, а только в течение 2 секунд он начинает разгоняться. Поэтому Райзу будет очень сложно в этой игре. Тем более против Лебланки с Лисином в ранней стадии. Изнурение, возможно, было бы лучше, как ты считаешь? Возможно, здесь просто... Что привычное для этого мидлейнера? Если он там, допустим, в Солуку играет только с призраком, то нет смысла ему брать тоже изнурение в турнирной игре. Ну что, зачем придумывать заново велосипед? Потому что он просто его будет использовать неправильно. Ну что ж, я думаю, что в ближайшее время, когда мы с вами будем наблюдать за центральной линией, мы однозначно уже поймем, игра стоила свеч или нет, Райз правильно выбрал или нет, и кто все-таки окажется более сильным игроком на центральной линии. Я буду присматривать за Ветсом, лесником Just Challenger, потому что он взял Грейвса, и мне интересно, какой билд он будет собирать. Если он пойдет не в Йому и не в Грэнд Ночи вторым итемом, то это можно легчайше Раптором укидать, потому что ты должен обязательно сейчас собирать смертоносность на Грейвса, потому что там появляется просто урон, просто уничтожает чемпионов сразу. Тем более таких сквишовых, как Лисин, и та же Лебланка, она там просто может прыгнуть, а обратно уже не выпрыгнуть. Кстати, вот постепенно отходит от Джейса еще почему-то. Его в этом патче тоже понерфили, там да, но... Куспел понерфили в миле форме на 30%, там было 200... Было... Ну ладно, а тем временем у нас начинается игра, и мы перемещаемся вместе с вами на поле сражения, на поле брани. С левой стороны у нас команда Star Team, с правой стороны команда Just Challenger. Пока что счет 0-0, соответственно, мы только начали. Надеемся, что если вы к нам присоединились, то вы будете также наслаждаться игрой, как и мы. И это игра Best of 3. На кого ты ставишь? Я не могу не поставить на старт тим, потому что там знакомые ребята, с некоторыми даже сам в команде играл, хоть и с Кулфилингом я играл, но Флидик мне ближе, поэтому на старт тим. И здесь, на самом деле, Шен, посмотрим, как его Дэнни Делин использует, потому что он, по сути, не топер. Он пытался на эту линию перейти играть с АДшников, но у него не особо получалось, поэтому он сейчас просто является запасным у команды Star. И вот, на самом деле, тут будет видно, сможет ли он реализовать Шен или нет, потому что обычно между Шеном и его командой должна проглядываться синергия. То есть команда должна создавать какой-то момент, а Шен должен поддерживать. Но тут Шен еще обязательно должен себя позиционировать грамотно. То есть ему, чтобы
телепортнуться на нижнюю часть карты, нужно запушить линию или как-то ее зафризить, да, всегда у тебя должен быть телепорт, если вы используете плечом к плечу, и вы обязаны постоянно находиться в таком состоянии, когда вы давите своего оппонента, и при этом вы можете спокойно и беспрепятственно прыгнуть к своей команде. То есть Амаокай будет легко ему мешать, и ему будет довольно просто сбивать, если что, телепорт, если неудачно себя позиционировать будет Дэнни. Дебри, кстати, уже наполучал от Райза. Не надо так. Не надо подходить к рипам, когда на них висит флюкс. Поэтому он сейчас очень много хп потерял, приходится тратить фласки. И на самом деле, если когда Лисин придет на мид и Вец окажется рядом, они могут 2 на 2 тогда и проиграть. Ну то есть Ремус на первом уровне просадил своего оппонента на половину здоровья. И, к сожалению, сейчас большие проблемы у Бриза. И ой-ой-ой, ловит Ремуса. Кстати, это довольно большое количество урона. Отхватывает на половину лица, но с разворота просаживает Лебланку и расходится на лоу хп. Пожадничал, на самом деле. Лишнюю автоатачку дал. Из-за этого получил лишнюю пушку. Хп снял меньше, чем сам по лицу получил. А мог бы чуть-чуть попассивнее сыграть. Игнайт есть. Со следующего такого прокаста Ремус уже не уйдет 100%. Ну вот, кстати, о том, что Ремус не уйдет. Флит заходит сзади. Будет ли он пытаться сейчас что-то сотворить? Нет, все-таки не решается. А тем временем Ремус запушил и бэкается. Будет покупать каплю, скорее всего. На верхней линии, кстати, тоже давят Шена. Ну, пока что ему трудновато против Маокая. Флитик сейчас идет на топ и будет этого Маокая наказывать. На самом деле шансы-то большие есть. Сейчас дождутся, как Шен возьмет третий левел и будет начинать драку. Вот все, пошел таун. Никитиус в большой опасности. Он это знает. Приходится отходить. Прыгает сюда флет. Очень сильно просаживает. Отличная кушка от Маокая. Нужно доджить. Нужно уворачиваться. Нет, не получается. И все-таки тратит флеш. Но, по крайней мере, не умер. Да, Нектиус сейчас неплохо сыграл. Зарутал Флидика. Флидик тоже, на самом деле, некоторые лесники ошибаются. Они просто выходят сзади и просто таксуют топера Маукая, который просто жмет на них W и уходит. Здесь же Флидик сыграл чуть получше. Прыгнул сразу в мили, чтобы Маукай не мог дистанцию очень сильно порвать, откинул их, но... Ой, на низу-то, кстати, большие проблемы у игроков команды Star Team. И ребята, честно говоря, не самым удачным образом позиционируются и как-то с опаской играет Зайра, то есть позволяет своему АДшнику терять такое количество здоровья, при том, что, ну, вообще по факту они должны хотя бы вровень размениваться. Кстати, у Лулу хороший матчап против Зайры, потому что на одной своей автоатачкой убивает ее. А тем временем Флит заходит вновь наверх, замедляет своего оппонента. Ну и тут, к сожалению, Дэнни Делэнни. Нужно флешиться. Нет, плохой флеш. Никитива, что ж ты делаешь? Зачем ты врываешься обратно? Сейчас будет кушка от Лисины, и тогда он может погибнуть. Попадает кушка, практически добивает, и в итоге Флит умирает. И Никитива забирает первую кровь. Вот эта ошибка стоила, конечно, очень многого. Флитик, что ж ты делаешь, на самом деле? Да отпустит это полено, пускай бежит домой хилиться. На самом деле здесь Дэнни Делэнни очень сильно зафейлил, потому что он пытался сделать красиво именно таунт флеш, а можно было сделать просто флеш и сделать таунт, потому что у Нектиуса уже не было скачка, он не уходил 100%, если бы таунтом своим Дэнни Делэнни попал. Притом Никитиус ошибся, он начал разворачиваться, попытался нанести урон по соперникам, ну, когда надо было просто отбегать, и из-за этого, конечно, он мог поплатиться очень и очень сильно. Вот вы думаете, кто сейчас был виноват на топе? Лисин, то, что он пошел додайвливать? Нет, он просто уже бомбанул немножко на своего топера. Поэтому виноват Дэнни Делэнни, и Раптором получает он за этот недомув. Вот такой вердикт от Зака. Безжалостный и беспощадный. Флиди, кстати, правильно делал то, что вообще он пытается топ закимпить, потому что если ты своего Шена вперед в ранней стадии игры выведешь, он потом на линии начинает себя чувствовать. Потом он очень... тебя выведет вперед. Да, потому что он начинает себя чувствовать очень вальяжно, линию свою запушивать. Маокай в матчапе может только против Шена терпеть, и Шен его очень сильно на самом деле на топе может напрягать. Но сейчас все получается на самом деле по-другому. Кстати, тем временем Бэтс имеет практически 6-й уровень, в отличие от его оппонента, который всего лишь 4-й. И, возможно, все-таки давление будет больше оказывать Бэтс на карту. Но это, опять же, случилось из-за того, что наверху умер. Флидик всего 8 крайпчиков зафармил против 39 у Грэвиса. Но это, на самом деле, такой матчап, потому что Лисин пытается что-то заганкать, если он не идет так же фармлес. А когда ты берешь Лисин, ты особо не собираешься фармить крипов, ты собираешься линии фармить. А вот Грэвис как раз-таки наоборот. Если в ранней стадии у него... Если он не хочет ганкать, он просто выфармливает лес. И, как мы видим, он уже 6-й, на 2 левела опережает. И там почти на 30 крипов. Ну, кстати, радует даже при том, что
огромное давление оказывалось на стартим. На нижней части карты, честно говоря, имеется практически равное количество. Правда, здесь захалдили, и Just все-таки, видимо, будут стараться засейвить крипов. Но при этом всем имеется также закупы у Джина. То есть он сейчас придет со шмотками, и посмотрим, чем это обернется. На центральной линии также довольно ровный матчап. И вот пока только проблемы у леса команды Star Team. Вету сейчас нужно не бояться, что он и делает. Он идет на красный баф, понимает, что у него преимущество по уровню. И Грейвис на самом деле в дуэли против Лисина очень неплох. И Флитик сейчас еще не на полном здоровье, поэтому если он фейсчекнет тот куд, где находится Грейвс, его просто ваншотнут. Ну, кстати, Грейвс забирает просто красный и решил... Ага, вот так Лисин просто бэкается, он просто так отдает красный баф. Видимо, собирался его забрать чуть позже, но нет, ему это не удастся сделать, поскольку его опередил Грейвс, и вообще его даже никто не попытался наказать за это. Будет заходить сзади, видимо, на Лебланку. Могут быть проблемы у Бриза. И, кстати, ловит Ремуса. Тем не менее, много просаживает ему здоровье. Ох, неудачный флеш какой-то от Ветса. Только что был, получил еще два выстрела от вышки и приходится отходить. Хотел, наверное, со скачка своего доиграть эту Лебланку, но у него еще скачок был. Он переагрессивничал. Лучше бы он сейчас вот на этот синий баф пошел изначально, не тратя свой скачок. Сейчас он может здесь еще и встрять, если Лебланка успеет выдвинуться. Хотя тут и Флидик может встрять без скачка. Вот было бы неплохо узнать, чем же закончится. Идет плечом к плечу и добивается все-таки Лисин. Поздно мы увидели. Попытался спасти своего тиммейта. Адмирал Джейн делает флеш-аут. Cold Feeling очень сильно просажен. И приходится, тем не менее, отходить Джину. Лебланка проигрывает мид. Шен зафейлил из-за этого, теперь топ Маукай тоже доминирует, несмотря на то, что он проигрывает по крипам, но линию он контролирует лучше. И на инвейд зашел он к Ветсу. Дэнни Делени никакой информации, потому что Маукай ушел с линии, не дал Флидику, потому что Флидик пытался до конца свой синий баф забрать. И ботлейн Cold Feeling также доминирует. Ну что ж, пошел выход на поклон, но не так много урона. Конечно, потерял достаточное количество здоровья, но это не убийство, тем более нет маны. А вот сейчас Лебланка, кстати, может интересно зайти на нижнюю часть карты, проверяет свои копии и все-таки нет, отойдет. Прекрасно осознает то, что здесь ей ничего не светит. Но Лисин хочет ниндзя-ганг исполнить, и, возможно, ему это удастся. Шестого нет. Флидику, на самом деле, это из леса. Лучше сейчас было бы не выходить, пытаться что-то где-то найти фарм и получить шестой левел, и уже с лид-секом пытаться этот бот ганкнуть, потому что скачок-то у Варуса есть. По сути, только Лулу можно сейчас убить, потому что у него нет скачка и ультимейта. А вот изнурение у Лулу есть, и как бы здесь 2 в 3 бот-лейн. Но, возможно, не удалось получить шестой уровень. Ремус вместе с Бризом очень много урона друг друга наносят. И, кстати, эти размены, нельзя сказать, что заканчиваются в пользу Лебланки. Тут, скорее, большие проблемы у нее, потому что Негатрон Клок также присутствует у Райза и есть попить. Да, просто, ну, Лебланка такой чемпион, который должна навязывать драки. Иначе просто зачем ты ее взял? Она не может просто стоять спокойно и фармить. Флидику, на самом деле, он уже заходил на топ, заходил на бот. Ему нужно уделить время именно мидлейну, потому что Дебриз на Лебланке сейчас цепями своими попадает постоянно. И, по сути, попади такой одной цепочкой, и этот Ремус уже никуда не уйдет. Флиду бы уделить немного времени в лесу, потому что на целый уровень проседает, в отличие от Ветса. И, честно говоря, его ганги пока что, ну, не очень, мягко говоря. Ему просто не то, что не везет, он как-то неудачно себя позиционирует и просто 2 килла уже завез Маукаю. Это очень плохо. Когда вашему топ-лейнеру, то есть вы стоите за Шена, да, вам нужна помощь в начале игры, чтобы потом доминировать. И вашему оппоненту завозят 2 килла. Ну, что вам после этого делать? Непонятно. Шен сам виноват, поэтому заслужил. Флидик пришел, наказал своего топера, теперь пускай как хочет выкручивается. И сейчас, на самом деле, вот сейчас время Флидику блистать. Если сейчас у него следующий ганг не получится, то Лисин будет слишком позади. Ветс вроде не гангает, но при этом у него 71 крип и интересный заход на нижнюю линию. Есть ли ульта у Cold Feeling? Есть. Будут ли врываться? Должны. Прямо сейчас идет ульта
по Джину. Очень хороший контроль дается. Cold Feeling врывается по нему. Лисин добивает его. Все-таки хорошее плечо к плечу спасает Фледа. Тут же Маокай. Очень много урона по Вэтсу проходит. Таунт от Шена добивает своего оппонента. Остается один Никитиус против всех своих соперников. Его продолжают контролить. Но хороший полиморф дается от Кисшота. Дэнни Делэни будет ли продолжать? Да, также врывается сюда опять Флед. Добивает его Никитиус, но разменивается на свою жизнь. И в итоге 3 в 1. То, что нужно было, на самом деле, для Фледика, который по игре очень сильно отстает и по фарму тоже. Вот такой нужный, правильный ганг, где, на самом деле, очень много контроля и урона вошло сначала в Кристофа, именно в Джина, а потом просто он отфлешился, сдоджил, кстати, ультимейт Ветса, из-за чего его не добило, и они отлично на контр таком ганке разыграли и разменялись для себя в очень огромный плюс 3 в 1. Ну вот, немного не доиграли Джасты в данной драке, то есть они должны были ожидать плечом к плечу от Шена. Лисин, ну, возможно, должен был быть там. Они, опять же, видели, даже, кстати, по варду прошел. Как они его не заметили, непонятно. Cold Feeling поставился. Ну, опять же, очень хорошо. Здесь, кстати, была ошибка еще от Клула, то, что после того, как Варус ультанул, собственно, Джина, он должен был его в полиморф просто сразу превратить. И тогда бы Джин отфлешиться не смог, его бы просто ваншотнули. Тогда драку они бы очень сильно выиграли. А так получилось, что вроде в хорошей инициации для себя они этот файт очень сильно проиграли. И на самом деле начало у них было прекрасное, сейчас они уже, по сути, наравне. Как они Лисину не заметили? Там был вард. Вард в нижнем кусте. Нет, они, скорее всего, его заметили, просто они хотели, то есть, подраться. Они в эту драку могли просто уничтожить. Тут просто, на самом деле, не доиграли в микромоментах. Ну и немножко поздновато Маокай, мне кажется, телепортировался. То есть Шен появился намного раньше, и никто Лисина в итоге не доконтролил. Флит выжил, а Маокай, когда пришел, он на самом деле очень сильно подставился. Было бы, наверное, больше профита, он просто пошел бы, если бы по топу. Сейчас, кстати, Вец опять заходит во вражеский лес. Очень сильно контрджанглит, и это на самом деле правильно, потому что Грэви сейчас посильнее Лисина будет. Ну, ему помогают, тем более. Постоянно Маокай, кстати, находится вместе со своим лесником. То есть настолько большая разница. По факту Лисина постоянно гнобят. И никто ему не пытается помочь. А Грейвс, который по факту до этого мог один на один с ним спокойно драться, то есть без каких бы то ни было проблем, все равно к нему приходит его команда. Ему постоянно пытаются подсобить и не позволить его каким бы то ни было образом забрать. Но даже при всем этом и счете 3-3, разница по фарму все-таки ощущается. На 1500 отстают команда Star Team. Да, но после... Просто Флидик не особо хочет лес свой фармить вообще. Вот сейчас он был после того, был на големах, и у него весь верхний лес стоял. Но... Ой, как-то очень жадно играет Лебланка. Конечно, много урона отхватывает Вэтс, но тем не менее, сейчас могла поплатиться. Если бы кинул бы тюрьму Райс еще раз, то были бы большие-большие проблемы. Той же Лебланке очень неприятно стоять против этого Райза, потому что он ее сейчас переигрывает, и его лишают уже двух синих бафов. И Флидик никак это не контролит, да и сам Дебрис тоже это не контролит. Поставили хотя бы какой-то вижен, видели бы, когда к ним заходили, и попытались как-то на этом разыграть. Кстати, интересный выход тем временем. По Cold Feeling играют, хорошее убийство. И почему Кисшот не заблокировал? Не заблокировал выход на поклон. Он мог спасти своего друга, своего товарища, и он его просто продал. Возможно, ему было просто лень подойти и заблочить пару хитов, но... Не, ну когда вашему саппорту лень, то как бы даже не знаю, на КДА играет. Да, тут, кстати, непонятно, и это не только у Кишота такая проблема, потому что и в LCL там ребята не особо любят вот такие ульты Джина стопать. Хотя бы пару хитов на себя принять. И сейчас просто Cold Feeling в ситуации, где он не должен был умирать, он просто умер. Потому что скачка-то не было после. Притом его отдал саппорт, и помимо того, что он его отдал, еще и вышку первую теряет. В итоге все преимущество, которое было до этого у коллектива Just, оно, в принципе, ушло в молоко. Его больше нет и не будет. Вот так вот Кристоф с Адмирал Джейном просто камбэкует эту ситуацию. Кстати, я знаю, почему Флиди ходит только на бот, практически. Потому что шотколлер команды Star Team — Адмирал Джейн. И он своему лиснику говорит, иди сюда, стой здесь, ждем ганка. И пока это работает. И сейчас они могут по карте разгонять, они уже идут на топ-линию, то есть Шен идет на бот. И сейчас они будут топ очень сильно давить, и главное, чтобы Лисин их поддержал в этом моменте, чтобы он именно подошел на топ и подкаврил свой бот-лейн. Интересно, кто в итоге лучше разгонится в драке, Лебланка или Райз? То есть сейчас по крипам однозначно лидирует, без каких бы то ни было проблем, Ремус. Он опережает своего соперника, делает это уверенно, притом Лебланка
попыталась, по-моему, всего лишь один раз зайти на нижнюю линию, а один раз ей удалось это сделать. Лебланке, на самом деле, в тимфайте будет очень сложно себя реализовать, потому что есть Маукай, который тебя просто зарутает, есть Лулу, который тебе даст полиморф, и тебя просто могут ваншотнуть за секунду. Есть Грэвис, который может тебя забурстить, поэтому здесь Лебланке нужно хорошую позицию занимать. Хорошо сейчас увернулся Вэтс, и, честно говоря, не такое большое количество тебе урона проходит отходить. По Шену. Ну да, но тем не менее, это размен Т1 на Т1 на верхней линии, и, в принципе, это того стоило. Постепенно StarTeam навязывают свою игру оппонентам, и они заставляют постоянно нервничать уже соперников. Если до этого однозначно все было в руках у Just Challenger, то сейчас осталось только Т1 на центральной линии у этих игроков, и, соответственно, им придется это сейчас защищать, и не будет возможности запушить верхнюю линию. Сайды спушили в StarTeam. Интересно, будут ли они теперь группиться на мидлейн. Хотя я считаю, вот когда ты спушиваешь бот и топ, на мидлейн группиться не нужно. Это трата времени. Можно поставить бот на миде, топ отправить, там, допустим, на бот, мидера на топ, чтобы все фармили, сфармливали просто со всех линий крипов, получали голду. И игру в такую стадию уже переводили. И там, как раз когда ты контролируешь все линии, ты можешь там, в вражеский лес зайти, поставить варды и все видеть. И уже там где-то цеплять. Тем более, если Бланка мобильная, Лисин тот же самый, Шен всегда может свою команду поддержать. Поэтому желательно играть на другой части карты от Шена. Ну, кстати, вот интересно то, что Дэнни Делени будет понизу идти, а вот Маокай только сейчас бэкается. Интересно, будет ли он продолжать идти по верхней линии, кстати, видимо, так он и собирается делать. И, возможно, нижнюю линию оставит для Райза, потому что он все-таки тоже может быстро перетянуться к своей команде. Конечно, не так быстро, как с телепорта, но, тем не менее, у него есть возможность хорошо производить ротации по карте. Если Шен столкнется с Райзом на нижней линии, он, во-первых, не может его прогонять, не может под ним фармить, поэтому лучше Лебланку отправить на бот, который может с тем же Райзом подраться. И, допустим, если Лебланка начнет трейд с Райзом и будет там его проигрывать, или наоборот, просто под прокаст Лебланки Шен ультанет, этого Райза можно просто фармить. Поэтому лучше против Маукая поставить Шен, а Лебланку как раз-таки наоборот против Райза. Это можно просто использовать. Ну вот решили так не делать. Кстати, на центральной линии довольно большие проблемы у Джина. Он очень сильно проседает и, видимо, будет возвращаться назад. Нет, все-таки решил остаться, но это может быть ошибкой. И, кстати, первого дракона только сейчас начинают наконец-таки забирать команда Just, и забирает его все-таки Флит. Великолепно отыграл, ушел, не почувствовал оппонентов. Да, на самом деле хотел сказать, что это ошибка, потому что, опять же, Лебланка находится на топе, а у Маукая-то есть телепорт, он-то прийти в драку сможет, а Лебланки нет. Но почему-то Вэтс очень рано стопнул дэмэдж, его команда тоже не до конца вывела дракона, и просто Флидик запрыгнул, и там с 1200 хп у дракона его просто забрал. Как-то... Ну, то есть оставили ровно-ровно под лисину, на самом деле. Довольно странное решение. Видимо, надеялись на то, что получится поймать этого игрока, но... Замечательно отыграл Флит. Действительно хорошо. И он возвращается в игру. Это не может не радовать. Да, он остает по фарму, но при этом всем он оказывает давление на карте. В то время как Грейс по факту только фармит и помог на низу снести вышку. Да, но этого давления пока не хватает, потому что уже 20-я минута, а минуте на 30-35 уже Джасты будут намного сильнее. Маукай там уже второй слот свой выфармливает. Правда, непонятно, зачем блокит, почему не Sunfire, не какой-нибудь там перчатка или Frozen Heart. Но в лейт-гейме, даже не в лейт-гейме, а минуты после 30-й, Джасты уже будут намного сильнее. У них сетап слишком сильный, танковый, и они будут просто продавливать команду Stark. Ну вот, кстати, искупление Лулу скоро соберет, я полагаю. Думаю, что будет именно этот предмет следующим. А вот Зайра, пока что, во-первых, не ясно, будет ли она идти, допустим, через релай или через маску. Или, возможно, все-таки это тоже будет искупление. Тут пока сложно сказать, зависит только от команды, что она решит. А то, что Маокай собирает сейчас, это поможет однозначно как можно дольше выживать. То есть количество щитов будет зашкаливать. Понимаешь, такие Маокай — это Маокай-саппорт, который не особо много урона наносит, линию отпушивает чуть дольше, чем там с Frozen Heart или с перчаткой. А вот как раз-таки я люблю Маокай-файтеров, которые напрыгивают и продавливают. Здесь же Маукай этот будет танк. Тогда уже Джина, он сейчас не протанкует вообще никак. Посмотри на Джина. Грань бесконечности и Йому. Против Локета, который дает там вроде бы 60 армора.
Мерки. Я бы сказал так, сейчас у Маокая вообще нету брони. Ему необходимо купить... Не, ну 60 рублей на локете есть, поэтому... Чуть-чуть. Но это, конечно, очень мило, но этого недостаточно. То есть, если вы хотите остановить Джина, то Frozen Heart — это ваш... Ну, то есть, если уже такой выбран способ итемизации, то почему бы не взять следующим Frozen Heart? И вторая проблема — то, что не хватает количества здоровья. То есть, окей, есть Spirit Visage, но этого недостаточно тоже для того, чтобы выживать. Если бы вместо этого был Sunfire, к примеру, и после этого Frozen Heart, то это было бы намного круче. Ну да, это такой уже стабильный билд, стандартный. О, как много урона по Кишоту, его добивает все-таки Бриз и продолжают играть по Вэтсу. Много урона проходит по нему также, и все-таки он смог спастись. Идет телепорт от Маокая какой-то очень поздний, честно сказать, непонятно зачем. Его могут поймать Никитиуса. Сейчас опасно, очень опасно было с его стороны, но тем не менее он выживает и отходит. Играл с огнем. Дебриз, конечно, на Лебланке сейчас демонстрирует то, что на этом чемпионе он умеет играть, и механика у него неплохая. Ваншотнул просто Лулу, которая подставилась. Кстати, Лулу с флешом и изнурением. То есть скачок и изнурение остались. Ну, он просто не ожидал такого урона, потому что цепь, которую ты кидаешь, она сама пассивку вешает и сама эту пассивку сбивает, и он просто не ожидал, что его так... Но он лопнул. Жестко ваншотнул, да. И здесь еще, как, кстати, Дебриз неплохо так по Ветсу урона нанес. Ветсу повезло то, что он в тот же момент использовал свою ульту и благодаря этому спасся. Кстати, зачем Никитиус телепортнулся? То есть, ну, наверное, стоило бы оставить уже ТП. Вообще бы потом. Желательно телепорт свой сохранить было в этом моменте, потому что там понятно было, что уже все уходят. Отменять его хотя бы нужно было, но не смог. Не сделал этого. А Дэнни Делени это тоже ультимейт свою позу нажал. Еще бы чуть-чуть, и Дебриз бы мог умереть, потому что у него после прокаста Грэвиса там осталось 10%, а ульта Шена не заблочила урона вообще. И, кстати, насчет итемизации Зайры, как ты уже говорил, сейчас я видел две итемизации. Сулукушна — это самая стандартная, которую я люблю и которую я считаю правильной. Это фулл АП. То есть маска Лиандри, допустим, вторым итемом, релай третьим, и все у тебя хорошо, и ты полезная Зайра. А вот недавно, допустим, саппорт команды Vega Squadron Edward на Зайру собирал фулл танка. Mm-hmm. То есть он там вроде Шурелью собирал, потом он шел в локет, потом он шел в искупление. То есть был такой фулл саппорт Зайры, который урона особо не наносит, который просто сдает контроль. Ну, я сам с тобой согласен, мне больше тоже нравится именно наносить урон. Почему мне нравится вообще Мальзахар? Но сейчас Мальзахар уже, наверное, не столь актуален, да, после нерфов, которые он претерпел. И Зайра, соответственно. Потому что они могут, в принципе, в одиночку убивать АДшников. Ну, да не только до какого-то момента, там... да. Они, и центральную линию, ну, если подловить. То есть, если там совсем получится весь прокаст выдать, то да, это бывает, такое случается. И при том, если вы расфижены. Здесь Зайра себя показывает достойно. Тем временем Бриз очень сильно проседает, идет плечом к плечу, отпрыгивает все-таки Никитиус и убегает вместе с ним Ремус. Нет, то урона не особо много-то у Ремуса, потому что я думал, что он по этой Лебланке будет больше урона наносить, и вместе с Муками думал, что они ее сейчас ваншотнут, а нет. Ну, у Ремуса еще Архангел не собран. Возможно, в этом проблема. То есть... Абиссал, кстати, у Дебриза есть. Кстати, оба мидлейнера собрали Абиссал. Побаиваются друг друга и так правильно делают. На защиту. Закупы. Тем временем выход на поклон. Вэтс очень много урона по себе получает и его спокойно добивает. Ну, то есть здесь уже, наверное, смысла никакого не было. Флит отлично отыграл, откинул своего оппонента. Тем временем врывается Бриз, убивает также Варуса. Флэш-аут от Лулу и кисшот благодаря скачку выживает. Слишком агрессивно сейчас играют Джаз, потому что непонятно, почему они сейчас сгруппились на миде, почему они так глубоко зашли, потому что Маукая не было, Маукая был на топе, Райза тоже нет, он тоже на топе, а вы так глубоко заходите, обзоров у вас не так много имеется, поэтому их просто вцепили, и сейчас на Шора могут стартим оформить. На самом деле, Райз сейчас вообще не оказывает никакого давления на игру, то есть по факту Джасты играют без Ремуса. Ну, то есть, если уже дали установку идти и забирать верхнюю линию, то позвольте своему мидлейнеру пойти и забрать верхнюю линию. Сейчас зачем вина, драться? Сейчас вина его точно не Райза и точно не Маукая, потому что они как бы стоят на топе, спушивают вышку. Зачем вот они зашли? Я понимаю, да, вы отпушили крипов, потом идете просто тут назад и фармить лес. Лес синий баф стоит, гром стоит, все нормально, можно бы пофармить, а Варусу там сходить закупиться или отойти под вышку, ждать следующего вейва.
а на топе просто заберут Т1. Либо туда подойти. Переагрессивничали, потеряли Нашора, и сейчас Стартим как раз-таки получают то преимущество, которое им нужно, и с Нашором они сейчас могут просто, во-первых, заспит пустить карту очень сильно. Та же Лебланк сейчас, мы, как мы видели, на Лулу уже ваншот, это на сплит-пуш сейчас любого может убить. Тот же Ли Син может подойти к этой Лебланке, они там просто линию могут стереть в порошок. Поэтому сейчас будет проблема у Джастов. Сейчас им нужно как-то что-то где-то разыграть. Что можно сказать? Разница, очевидно, видна. Был счет явно не в пользу Стартим. Сейчас 7-3. И прослеживается то, что Джасты не знают, что делать после ранней стадии игры. То есть они ее выигрывали, они ее вели. После этого они поверили в себя, переоценили свои возможности. И сейчас начинают постепенно проигрывать по киллам. Однако даже при всех проигранных драках, в принципе, по золоту они не сильно проседают. Да, Джасты, на самом деле, после того файта на боте, где они проиграли 1-3, у них сразу что-то не то пошло, и начали плясать под дудку Стартим, и просто файт за файтом проигрывают, и ротации у них пока никаких нету вообще. Вот интересный заход на верхнюю линию. Никитивус находится один, и это может быть большой проблемой для него. Понимает, что здесь он в одиночестве. Также подлетает вся команда. Хороший урон по Никитивусу. Идет искупление. Очень много щитов. Выживает пока что флет, но очень много по нему дамага проходит. Он погибает. Грейв забирает для себя первое убийство в этой драке. Прыгает Райс вместе со своими тиммейтами. Нет, все-таки решили отменить. И отходят. Флит не успел, на самом деле, флит секнуть. Если бы он сейчас это сделал, то Ремус, скорее всего, бы погиб. Но Ремус успел вовремя отфлешиться, дал свой рут. После рута пришел полиморф, и Лисина просто за контроль уничтожили. И на самом деле, вот, по сути, вылазка удалась. Т2 забрали, файт небольшой провели, кучу ультимейтов выбили. Да, Флитик умер, но это не особо страшно. Здесь, на самом деле, обычно команды любят вчетвером пушить. Ашен на сайде проталкивает, и к ним приходит с ультимейта. Ультимейт у него здесь был, но решили пятером сыграть. И вот Флитик не успел плитсекнуть, из-за чего погиб. Далеко зашел, очень далеко на самом деле чуть-чуть, зашел. Чуть-чуть и выход на поклон еще пошел практически целиком полностью по Никитиусу, не считая последнего выстрела, который был сделан по Райзу. Да, сейчас на самом деле бы Шена отправить на топ, остальных отправить на бот. На шорта еще есть, можно и попушить. Хотя и на меде Т1 стоит, и команда Джастов сейчас бэкнулась. Просто так отдают Т1 вышку, по сути. Один Маукай отдефить это не сможет. А Колдфилинг вообще находится на топе, он, по сути, сейчас тайминг теряет. И сейчас ему либо с недостатком хп и маны идти и пытаться отпушивать. И по карте сейчас Стартим, на самом деле, неплохо так Джастов-то разводят. Ну, кстати, нехватка обзора у команды Just. Они не видят, где находятся оппоненты. То есть, если даже сравнивать количество вардов, и здесь просто разница колоссальная. Они практически видят все, я имею в виду Стартим. А вот их оппоненты, ну, имеют практически минимальный контроль. И все передвижения в лесу, именно во вражеском, имеют за собой синяя команда. Джасты не только контроль над виженом потеряли, они потеряли контроль над самой игрой. И сейчас непонятно, что даже им сейчас делать, потому что Стартим передвигается по карте очень хорошо, в драках себя показывают также неплохо. А Джасты пока просто стоят у своих вышек и ждут. И на самом деле это не особо хороший выбор, потому что ты, ну, по сути, они сейчас играют только от ошибок. И если Стартим не сделают этой ошибки, то Джасты просто Стартим не комбайтнут. А сейчас будут делать эти ошибки, скорее всего, знаешь почему? Потому что нет никаких объектов на карте, кроме как вышки. А вот даймы могут заканчиваться уже неудачно. Я думаю, ты согласишься, если сейчас отдадут следующего барона на Шора или дракона, то да, это ошибка Джастов. Но если сейчас пойдут дайвить неудачно, то это уже все-таки ошибка синей стороны. И что им делать в такой ситуации? Да, им нужно не идти дайвить, во-первых. Не нужно Шена звать к команде. То есть Шен пускай стоит против Маукая, дерется, не дает ему вернуться к команде. Ботлейн стоит на миде, а Ли Син с Лебланкой будут пытаться кого-то вцепить на топе и забрать, допустим, ту же Т3, они могут разыграть так вообще спокойно. Лебланка и Ли Син — это настолько мобильные чемпионы, которые могут там таргет терять очень быстро. Кстати, любопытный факт. Все смерти в команде Стартим — это Ли Син. Флитик, потому что старается. Он идет вперед, он инициирует, он создает моменты. А команда стоит в АФК и фармит крипов. Ждет, пока Флитик придет и что-то сделает. Теперь так называется старание. Но будем надеяться, то, что его старания окажутся не напрасными. Кстати, стрелы у Варуса урона-то вообще практически не наносят. Муромана еще не готова. Ну, смысл не наносят. 30 рублей. 30% Лебланки откусил одной стрелой. Неплохо на самом деле. Но могло бы быть и лучше просто. Ну, не будь он 0-3.
да. на 30-й. Возможно, было бы и получше, а пока это тоже неплохо. Ну и по фарму он очень сильно отстает от Джина. Джин при счете 3-0-4 имеет 298 крипов на 30-й минуте. Это очень хороший результат. Конечно, могло быть и лучше, тоже можно говорить. Но, тем не менее, действительно достойно фармит и просаживает немного своего соперника. Риамуса ловят, сразу блокирует, используется Архангел, сразу щиты от Лулу и выход на поклон. Надо было, наверное, последний все-таки выстрел по Ремусу. Искупление и все здоровье практически восстанавливается для команды. А тем временем Варус настреливает и Бриз теряет большое количество здоровья. Неплохо сейчас контролирует старт и мид, и бот. Топ пушится, правда, в их сторону. И дракон через 20 секунд. Вот на самом деле за него нужно драться будет и сейчас. Победа в драке — это минус одна сторона как минимум будет, если джасты придут и будут драку эту навязывать. Даже при том, что это, наверное, не самый желаемый дракон для любой команды, тем не менее, не хочется старт-тим отдавать своим оппонентам и получить, наоборот, его себе. Потому что когда будет старший дракон, и вы имеете трех уже, это очень и очень хорошо, это круто. А вот джасты, наоборот, джасты просто отдают его на самом-то деле и позволяют своим оппонентам продолжает навязывать игру. Притом это очень странно, потому что разница-то всего лишь 1000, и разница в 1000, на самом деле, она не так сильно ощущается в игре. Если бы была разница в 4 и в 5000, да, это уже ближе к истине. Понятно, почему джасты зажались, да, они не хотят какие-то вещи делать и инициировать. Но они позволяют своим соперникам навязывать врывы. Они позволяют им постоянно давать по себе контроль и при этом никак не отвечать на эту агрессию. Да, слишком боятся они сейчас. Боятся приходить и драться, допустим, за этого дракона. А для, на самом деле, для старт-тим он очень хорош. Облачный дракон сейчас им мувспид поднял, а они постоянно делают ротации, кое-то перемещаются вместе и где-то что-то сплит-пушат. Поэтому для них этот дракон сейчас неплох. И главное им сейчас не сделать какой-нибудь дайв такой, не особо вот сейчас главное во вражеском лесу-то не драться особо. Зачем Вэтс сбил шишку? Кстати, это очень странный выбор. Кисшот, работает по нему флет. Очень много урона, добивает его спокойно Джин. И Вэтс уйдет здесь, понятное дело. Но, тем не менее, он отхватывает также очень много дамага. И Бриз, как же много он наносит урона. Просто колоссальное количество. Говорят, Лебланка в 7.13 понервничали, что-то пока незаметно. Урона она также и наносит. Адмирал Джейн погибает, хорошо играет Ремус, флеша просто со скачка врывается по своему сопернику. Великолепная стрела, запрыгивает или не запрыгивает, это был обманный маневр. Ремус тем временем сбоку пытается зайти по своим оппонентам, идет искупление, и все-таки приходится отходить старт-тим. Ну, по крайней мере, джасты сбили барона Нашора. Спасибо Адмирал Джейну, потому что он со своей командой решил не оставаться, решил встрять и умереть, при том, что и скачок был. Если бы он просто стоял со своей командой и били Нашора, то это, по сути, был фри Нашор, а вот потом уже проблемы были у джастов. И сейчас, на самом деле, Адмирал Джейн-то их немножко подспас в этой ситуации, но это ничего не значит, потому что пока старт-тим выглядят поувереннее в этой игре, чем джасты. Кстати, маска. Маска у Зайры. Вот что. Но это... Стоит отметить. Твой любимый билд. Да, много урона, тем более тут есть по кому, есть кого пробивать, тот же Маукай будет получать. Много урона. И вот ты хотел отметить Грейвса, да, по поводу его сборки. Ты считаешь, что Йома не Сомаси хорошо работает под Никитиусу. Очень много, опять же, урона проходит. Откидывает Дэнни Делэнни, и Никитиус в итоге находится в плюсе. Но Лебланка, опять же, не дремлет. Вэтс погибает. Джин ему просто моментально развоплощает вместе со своей командой. И как же неудачно себя спозиционировал. Флет помог своей команде. Да, неплохой флитсек сейчас произошел насчет билда Грейвиса. Это, я считаю, неправильно. Выход на поклон. Тем временем по Ремусу играют. Никитиус очень сильно просаживается. Минус Никитиус. Тем временем отвечают киллом Фледа. И это один в один. Неожиданный поворот. Флит далеко залетел. Далеко залетел, но, в принципе, убили Маукая. Без Маукая отпушивать будет намного сложнее, потому что если ты подставишься здесь просто ваншотнуть за секунду, или Бланка и Джин уже монстры. Джин так вообще уже 4 итема собрал, он сейчас любого будет убивать. А насчет Грейвса, его билда, это на самом деле смертоносность. Вот он только собрал Грань Ночи, там 15 смертоносности, поэтому недостаточно. Хотя Черная Секира также хороша, потому что есть Шен и нужно ему срезать Армор Пен. А вот выбором Стирака я не согласен. Нужно было собирать либо Йому, для того, чтобы смертоносности еще немного поднабрать, либо Драктар. Что-то одно из двух. Считаешь, клинок Драктара был бы лучшим выбором? Да, там тоже 15 смертоносности накручивается, плюс там с первого удара, если тебя никто не видел, чистый урон, поэтому Драктар был бы очень неплох.
Но это выбор Ветса, и, да, возможно, кстати, он будет оправдан. И вот еще Шен, который не собирает гидру титаническую. И я считаю, это тоже большой ошибкой, потому что Шен с титанической гидрой того же Варуса просто в соло может убить. Ту обычно Лулу, вместо Олмена собирают. Ну, то есть сразу после... Обычно либо вторым, это прям если ты очень жадный Шен, то есть собрал, допустим, Санфайр и потом сразу в гидру. Но это обычно, если ты засноуболил игру. Здесь, конечно, сноубола не было от стартим, поэтому третьим итемом стоило уже собирать титаническую гидру, но здесь он делает ставку на своих керри, либо именно на Лебланку и на Джина. Но на самом деле не зря делает ставку, потому что 4-0-0 и 5-0-6. Притом Джин мы с вами наблюдали уже не раз и не два. Выход на поклон. Он сносит практически все здоровье своим соперникам, не ощущает их, и четвертый выстрел чуть ли не все лицо ломает, особенно если вы саппорта. Кисшот, он практически лопается. Фулл слотовый Джин. Это опасно, это страшно, и тот же Ремус или Колдфилинг, если позицию неправильно в драке займет, Кристоф может просто подфлешиться и там с одного-двух китов этого керри любого Райза, Варуса, Лува вообще не будет неважно, он просто уничтожит. И Грейвис того же самого. Единственный, кто там переживет. Ой, Вец не очень удачно спозиционировал. Выход на поклон, промахивается Джин, и все на самом деле. Драка-то здесь могла состояться, но слишком не поверил в себя Бриз. Воу-воу-воу, там увидеть бы то, что произошло. Нет, все-таки врывается Никитиус по Фледу, работает сразу по нему Варус. Очень много урона от Зайры проходит. Тем временем Флед еле живой. Ремуса откидывает в другое место, и Джин тем временем пытается его добить. Добивают Лебланку. Очень хорошая ситуация для команды Just. Кисшот пытается отойти. Дэнни Делэнни должен добить. Нет, все-таки не добьет Лулу и сам погибает за это. Ну а тем временем Ремус умирает. Ну, потому что не смог он уйти из барон на Шорпита. Пока там Шена ковыряли, да. Джин гонялся вместе с Лисином и Зайрой за Ремусом. Сейчас они начинают с Ники Барона у них. Есть здесь тотем контроля, и Вижна здесь нету джастов. И они а видят, что Грейвс бэкается. Они видят это. Они это видят, они это понимают, и все очень плохо. К сожалению, никакой реакции от коллектива Just, и да. Как джасты не проконтролируют этот момент? Почему там нет вардов после драки, которые, по сути, они это выиграли? И Вец просто тоже бэкнулся, и они сейчас думают, что они смогут забрать старшего дракона за этого Нашора, но мне так не кажется. Не успеют, сейчас, они не успеют. Сейчас фулл-слотовый Джин придет и покажет ему. А они сейчас покажут, что не право просто. Кто тут? Папочка. На самом деле драку могут нужно попробовать. Не-не-не, нужно идти драться по-любому, потому что этот Джин, он не даст, он просто убьет всех. А Лебланки нет? Вот что, ситуация. Она 5-4. Уже но далековато. Выход на поклон. Играет по Ветсу и Кисшоту. Никитиус в итоге получает третий выстрел, и четвертый проходит в никуда. Ну, как минимум, выбили ульту. Сейчас Джина. Это драться, хорошая ситуация. Сейчас драться с Тартимом не особо нужно, потому что у них есть Нашор. Просто нужно идти контролировать линии. Тем более сейчас Джасты зажались в своем нижнем лесу. Если бы стартим прям очень сильно пушили, и они бы могли мид законтролировать и просто не выпустить из этого леса. И пришлось бы Джастам уходить. Они бы могли даже Т1 забрать, но они побаиваются. Непонятно почему, при том, что у них есть Нашор, и его нужно разыгрывать. Он пока время свое... Пока стартим время свое теряют. Разница в 4000... 4,5 даже тысячи. И притом, казалось бы, это не так много, но посмотри на фарм Ремуса и на фарм Лебланки. И задается вопрос сразу, у кого преимущество в этой команде по факту только у игрока центральной линии джастов и у лесника именно по количеству крипов. То есть он на сотню обгоняет своего оппонента и ну, Ремус Флитика уже тоже почти фулл слот, но Лисин это не Грейвс. То есть Лисин это должен исполнить свою ульту, если он не сможет ее сдать, как мы видели на топ-плейне, его законтролить и убьют, то Лисин уже бесполезен, а Грейвису достаточно просто автоатаковать даже первый таргет, даже того же Шена, и он будет уже полезен. И а, кстати, Шен-то тем временем сплит-пушит и делает это очень хорошо. Кисшот немного по лицу получил от Джина, насколько я видел, и приходится отходить, бэкаться. Маокай все-таки перетягивается наверх. И вот сейчас главное не совершить ошибку. Боятся стартим, джасты боятся, не хотят отдавать игру. И что делать джаст-челленджер? В
принципе, стянули Маукая на топ, можно попробовать и Дракона зафорсить, потому что Вижна-то опять очень не хватает Джастам. Почему? Очень много урона, но Ремус не будет запрыгивать. Я полагаю, запрыгивает Ремус. Mm-hmm. Что ж такое? Забирается старший дракон для команды Star Team. Флитсек какой был! И это минус Ремус. Это минус Ремус. Команда не поверила, команда не прыгнула. Шишка, cold feeling. Нет, все-таки он выживет, а вот Никитиус может сильно встрять. Очень мало здоровья, очень много урона по нему. Никитиус пока что живет, используется Солари и все-таки спасает его Лулу. Но это минус Ремус. Как же он подставился в этой драке? Наверное, он хотел, чтобы команда вместе с ним пошла. Он летел, кричал, наверное, год драться, нельзя отдавать дракона просто так. Но команда не успела, и Вижна им почему-то уже второй раз на таком важном объекте не хватает. Это старший дракон? Флитик-то как сыграл? В Старладере бы так играл, мы бы его выиграли, а не вылетели. Тем временем пытается забрать ингибитор. Дэнни Делэйни просажен, но этого недостаточно. Сейчас нужно стартим, бэкнуться на базу, отрегениться, закупиться последний раз и в последний бой идти. Но без Шена. Шена нужно отправить на другую, на другой сайт, на топ или на бот, и самим сгруппиться на топ или на бот. И просто последнюю драку завязать, навязать, и все, и они, по сути, уже выиграли. Старший дракон есть, и нужно быстрее это делать, потому что пол бафа уже прошло. Пока до линии дойдут, там уже останется процентов 30 этого бафа, так что нужно действовать быстрее. Но тут, конечно, Адмирал Джен говорит, мне нужно бэкнуться, у меня целый вант, и еще три пинка куплю. Но это важнее, чем 20% бафа старшего. Действительно, действительно, да. Кстати, еще остался баф у Джина. Шену можно прям телепортироваться на крипов, не надо вот это пешком идти, все равно уже телепорт не пригодится, а ульта уже откуда у него? Он, видимо, хочет сохранить на всякий случай, если вдруг Никитиус или Ремус пойдут наверх и собьют ему плечом к плечу, то тогда он сможет использовать телепорт. Видимо, только ради этого он его пытается сохранить. Ну и плюс сплит-пуш от Шена — это то, что Тиамат требуется. Тиамат, кстати, купил. Шестым слотом, правда. Последним, да. Немножко поздно на 43-й-то. Можно было уже какой-нибудь... Наверное, смысла-то уже не особо. Смысла уже вообще не особо было. Можно было бы дальше в танк хотя подпушивать, в принципе, и лишний танкослот ему сейчас не особо понадобится, потому что у него керри уже настолько жесткий, что не пригодится, а вот лишний подпуш пригодится. Но посмотрим, во что это выльется. На самом деле Шену сейчас никто не мешает. Перетягивается коллектив Just Challenger на нижнюю часть карты. И будет врываться Никитиус. Притом он находится один в стане врага. Было бы неплохо это увидеть. Адмирал Джейн сильно. Он много урона получает. Никитиус тем временем прыгает на Дэнни Делэйни. Приходится отходить. Выход на поклон. Врывается Бриз. Хороший дается полиморф от Кисшота. Тем временем Дэнни Делэйни также погибает. Врывается Маокай. Дальше очень хорошо играют сейчас Just Challenger Team. И они выигрывают эту драку. Да, Guardian Angel падает. Ангел-хранитель, к сожалению, в минус. Но нет, Ремус далеко идет. Попадает кушкой по нему Флит. Но решил, что лучше отойти в данной ситуации. И эту драку выигрывают подчистую практически Just Challenger. Да, как-то дали они все заинициировать, и вроде бы как драка выглядела в их пользу. А хорошая инициация была от Райза вместе с Никитиусом. То есть там был одновременно врыв ульта от Райза, и только Маокай пошел врываться по своим соперникам, и получилось так, что как раз-таки он находился в авангарде. Наконец-то первый раз он находился прямо в самом эпицентре, в него дали весь фокус, все скиллы, а Бриз находился немного в миспозиции. Эта драка на самом деле сейчас ничего не решила для команды Just, они немножко отдалили. Время. Да, время, но Маокай потерял Guardian Angel. В следующей драке его не будет. И как только он так влетит еще раз, его просто зафокусят, уничтожат, а без Маукая на самом деле в драку Джастам будет нереально выиграть. Ну тут Лулу может еще попробовать помочь. Лулу-то по-любому поможет. Она там и шелды кинет, просто, и искупление просто кинет. Проблема и в том, что если она все выдаст в Маукая, то скорее всего погибнет Cold Feeling. Здесь нужно как-то резко сыграть Джастам, чтобы Лулу подфлешила, сдала полимор тому же Джину, потому что у него КСС-а нет. В Узаре как бы тоже ничего нет, она снять не сможет. И попытаться ваншотнуть Джина, иначе проблемы. Потому что Джин уже жесткий, и сапог на самом деле пора продавать, покупать какой-нибудь дополнительный итем. Но почему нет, кстати, да, действительно. Можно на скорость бега то же самое купить. Скорость атаки, скорость бега. Там уже выбор за игроком конкретно. Но, тем не менее. И барон на шор появляется. Неужели будут сразу сходу забирать? Шен, кстати, сплит пушит. Очень интересное и хорошее, я бы сказал, решение. У Маукая есть телепорт. Ему есть чем отвечать. Но решили ворваться. Ульта куда-то пошла. Нет, все-таки ульта Райза как-то в молоко.
И StarTeam не попались, и теперь проблема, потому что Никитиусу то нужно бэкаться, отпушивать бот, а Шента уже вышку тыкает. И да проблема. Он спокойно будет сносить все, что видит. Начинается барон на шор, очень быстро. Шент его что-то слишком начинает. Рано нажал ультимейт. Кстати, искупление пошло. Грейвс и сможет ли? Нет, не смог. Забирает Лисин все-таки. Дэнни Делэйни все-таки убегает от своих соперников. И это был очередной барон на шорт. Третий для команды StarTeam. И вышку на боте того еще Шен успел спушить. Поэтому сейчас уже осаждать будет. По сути, нужно будет только ингип, а на хайграунде Джастам будет сложнее драться, чем когда у них есть вышка. Они могут на самом деле сейчас пройти через верх, чтобы воспользоваться бафом барона на шора. Снять Т3. Зайти на ХГ, и на ХГ уже спокойно себя чувствуют, то есть они будут ингибиторы ломать. Если сломают три ингибитора, то все, можно на самом деле уже, ну, не FF писать, но как минимум будет тяжело бороться. Селини пушится в сторону джастов, Шен сейчас идет на топ, сейчас будет там Маукай напрягать и линию проталкивать с нашор бафом крипов, Маукай отпушивает один, не сможет сейчас. Давление StarTeam должны аккуратно, во-первых, отыгрывать, потому что тот же Маукай, если цепанет, то тот же Джин может спокойно не уйти. На самом деле странно. Вот, казалось бы, такое хорошее начало у джастов. Довольно неплохие драки, но чего-то им не хватает. Инициации. Передвижение бортов, я бы сказал. Вот у них, к сожалению, не хватает... Понимаешь, варды не пойдут и не вцепят какого-нибудь игрока и не убьют его. А вот тоже инициативность может. А тем временем Вэт просажен на все здоровье. У него очень мало ХП остается, ему приходится все отбегать. Три стороны сейчас падают у джастов. Никитиус опять один. Благодаря ульты, ульте Райза. И кишот лопается практически от Бриза, но спасает изнурение. Бриз прыгает также еще и по Варусу. Тем временем Никитиус находится один против всех своих соперников. Он был в авангарде в то время, как команда пыталась разобраться с Лебланкой. Но Лебланка была слишком серьезным соперником. Это минус 3. Это трипл килл для Джина. И хочет забрать... А, это даже квадрокилл. Пытается забрать пенту. И будет ли это пента? Нет, Эйс все-таки забирает Шен. Но, тем не менее, квадро... Пенты не будет. Кристофу нужно еще поработать. У него будет еще как минимум одна игра сегодня, чтобы он эту пенту смог для себя заработать. Продавили все-таки StarTeam, все-таки продавили на 50-й минуте, при том, что сетап-то у джастов жесткий, просто инициативности им не хватило вообще. И нельзя забывать то, что StarTeam вроде бы играет есть... заменой. Да, кстати, да, замена Дэнни Делэйни на Шене, это, несмотря на, не... на плохое начало, он потом реабилитировался и играет получше. У джастов есть Маукай, который может заинициировать. У них есть Лулу, который этого Маукая может ускорить, тоже заинициировать. Есть Райз, который может ультануть и закинуть Маукая сразу, куда Капа, нужно. Кстати, Маукая и Райза Но они всего использовали это один раз. Всего один раз. Это вот они как... использовали дважды в конце еще в самом. Но в самом конце, к сожалению, не удалось это реализовать, потому что Лебланка отыграла просто 10 Но Лебланка садится на Лулу и просто убивает саппорта, который должен протектить твоих керри. Она все вжала в Лулу и потом за один скилл практически на все лицо просадила еще и Варуса. Но там было вообще делать нечего. Не, ну когда ты лишился трех ингибиторов, и у тебя уже вся вражеская команда с нашим бафом просто... давит тебя на твоей же базе, там уже отыгрывать тяжело, и позицию там уже негде тебе занимать. Тут просто всю игру безинициативно играли джасты, вообще ничего не делали, ничего не пытались, просто стояли под вышками, ждали, пока джасты, пока StarTeam придут. StarTeam приходили, забирали то, что они хотели, и все, по сути, игра, кроме там первых минут 15, была за StarTeam. Ну что ж, ладно, многоуважаемые зрители, пока что счет 1-0 в пользу StarTeam, но, тем не менее, возможно, джасты смогут. Будем надеяться, что интрига сохранится до самого конца, и мы увидим с вами полноценный Best of 3. Никуда не переключайтесь, оставайтесь с нами.